Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я приготовлю хей мясное из индейки. Вначале нарежем мясо соломкой. Мясо перекладываем в миску, солим и перчим. Тщательно перемешиваем. Кладем гвоздику и лавровый лист. Отдельно в кружке разводим уксус с водой. Нужно 3 ложки уксуса. Заливаем мясо. Перемешиваем. Накрываем и маринуем 2-3 часа. Морковку натираем на терке соломкой. Морковку солим и перчим. Перемешиваем и даем настояться минут 10. Наливаем масло в сковороду и разогреваем. Выкладываем мясо в сковороду и обжариваем. Добавляем перец чили и хмели-сунели. Измельчаем чеснок и добавляем к морковке. Обжаренное мясо соединяем с морковкой. Желательно, чтобы масло попало горячее на чеснок. Тщательно перемешиваем. Нарезаем укроп и петрушку. И по вашему вкусу можно добавить еще кинзу. Добавляем хи. Перемешиваем. Хи мясное готово. Даем настояться полчаса и подаем к столу. Приятного вам аппетита!